Приветствую вас. У нашей ситуации есть два основных момента. Первый момент – это то, чтобы вы сами увидели для себя органичную картинку того проявления вашей мамы, про которое вы пишете, то есть чтобы вы, условно говоря, смогли вплести ее поведение в то, что вы о ней знаете, да? Вот. Я думаю, что если, ну, хорошо подумать, если внимательно присмотреться к, так скажем, ряду моментов, вот, которые ну, есть у вашей мамы, в частности, какие-то особенности, может быть, да, какие-то интересы, может быть, и так далее, вот, то, я думаю, вы сможете, в принципе, увидеть то, почему у человека начались такие вот проявления. Понятно, что ваш родитель переживает некий, так скажем, кризис, очевидно, ну, на мой взгляд, по крайней мере, это очевидно, вот. И, соответственно, вот вам, ну, желательно, конечно, постараться увидеть источник этого кризиса, да, вот, ну, попробовать. По крайней мере, увидеть источники этого кризиса, вот, и, соответственно, ну, поддержать настолько, насколько у вас есть вот для этого возможности, да? Потому что, ну, понятно, что то, как вы сейчас живете, да, то, как вы сейчас проживаете, да, понятно, что накладывает некоторые ограничения на то, как вы можете ей помочь. Вот. В этом смысле весьма, весьма сомнительно звучит ваш вопрос по поводу того, что можно сделать, вот, потому что, ну, что можно сделать, да, если вы там вот в той позиции, да, находитесь, которую вы описываете. Вот, все-таки у, значит, ну, определенной дистанцированности, да, есть свои ограничения, это нужно понимать, и так далее. А второй момент, который есть в этой ситуации, вот, конечно же, ну, весьма неприятный, да, ситуация. Вот. Второй момент заключается в том, вот, как именно вы реагируете на то, что происходит. То есть, вот, ну, именно вы как реагируете на вот такие проявления, скажем так, вашей мамы, да, вызывает вас это или нет. Вот,
Может быть, ну, обижаетесь вы тоже. Или нет. А вот. Да потому что, если вы своей маме хотите помочь, да, если вы, ну вот на самом деле, если вы на самом деле хотите ей помочь, вот, то я думаю, что находясь вот в таком состоянии, да, находясь в таком восприятии, что ли, ее и ее поведение, если вас это задевает, если вы, ну, если вы воспринимаете это всерьез, вот, то я думаю, что помочь вашей маме будет как-то сложно, потому что, ну, у вас будет еще негатив, да, и, в общем-то, вы не сможете в полной мере оказать маме помощь и поддержку, если при этом вы будете чувствовать, например, что ее поведение, да, вас ослабляет, ну, каким-то образом, вот, таким. Поэтому очень важно, чтобы вы постарались увидеть для себя то, чем вас эта ситуация задевает, и как она вас задевает, вот, и постарались с этим поработать, да, то есть, значит, это скорректировать, вот, и после чего, я думаю, помочь маме для вас будет гораздо проще, вот, и легче. Потому что мне, например, показалось, да, что вам очень неприятно, что вы, что вас прям обижает ее поведение, и, ну, в целом я, конечно, могу вас понять и понимаю вас, понимаю, что это действительно неприятно, вот, но вы же знаете свою маму, да, и знаете, вот, какая она и так далее, вот, поэтому, если вас это задевает, то, вероятно, в прошлом, до того, как вот эти проявления начались, да, в прошлом, были какие-то вот, ну, были какие-то моменты, вот, которые, может быть, ну, вами как-то игнорировались, да, вот, то есть, ну, вы себе как-то объясняли это, вот, а сейчас это, например, ну, дало о себе знать, вот, поэтому тут тоже, может быть, как-то обиды вас, которые были на маму до всей этой ситуации, до начала этой ситуации, вот. А, соответственно, нужно это все смотреть, нужно это все исследовать, вот. А, как-то так, как на этом все, вот, надеюсь, что вам это было интересно, полезно, желаю всего самого доброго, удачи, обращайтесь.